наигрались. Пошли обратно на Еву. А, знаете что? Пошли Иденом. Вот Иденом всегда на нам везет. О, видите, сразу же до 6. Иден няшка. Иденом всегда все получится. Так, ясно. Так, камон! Бесишь. Как приятно подбирать синие сердца и увеличивать свое ХП. Это просто невероятно. Может, мне демешап еще привалится здесь? Конжон тут нету. Плевать на всяких Стивенов. Козлы. О, киньте! Подожди, подожди, подожди. Ч-ч-ч. Да камон. Сейчас он все камни выкинет в меня, и потом вот этот вот выкинет тоже. Да-да-да, нет, ну... Давай, вот этот, вот этот, вот этот. Да, ё-моё! Вот этот, вот этот, вот этот. Молодец, давай. Вот пидор! Это все предусмотрено! Вот, вот костюм. Взял, унес его. Козел. Опять, блин, долбаные мухи. Отстаньте от меня. Алло.
Так, две бомбы надо сэкономить. На ту самую дверь. Давайте сначала босса убьем. Потом свечку возьмем с собой. Ай, задел все-таки. Окей. Вау. Вау. Да ладно. Ладно, тогда свечка отдыхает. Пофиг на свечку. Теперь у меня большая дамага. Хотя что-то как-то незаметно, что она большая. Штуку еще надо активировать. И вот это место не взорвал, да? Они же сами охренели от своего количества. Так, эта батарейка подождет. Эконом бобы. Да-да-да. Где-то я такую комнату уже видел. За ролем. Это плохая идея. Сейчас найдем вторую бомбу, не переживайте. Возьмем и найдем. А ключа-то нету. Ключа-то нету. Где он? А, вот он. Он не отображается почему-то. Странно, тогда отображался. Так козел, как его доджить-то, ё-моё, в такой, блин, позе. Камон! Что за говно? Это я так и не понял, что делает. У меня полтора сердца.
У этого хп как-то очень мало. Очень мало хп. Энергию, пожалуйста. Ладно, пошли муху тогда возьмем. Свечка что-то вернулась. Эффекты передержа. Ну, возможно. Да уж, проклятий больше, а толку от этого? Я не могу в них попасть. Жарко. Очень жарко. Хуя печет. Так, ладно. Я не понял, кто из них кто. Кто по диагонали, кто по горизонтали. Ты что делаешь? Ясно. Это жесть. Лютая жесть. Ну посмотрите, блин, как это, блин, доджить. Темно, нихрена не видно. Едва заметно вообще. Пошли в золотую сначала. Что это? Магнетические? Я не понял, что это. То ли магнетические, то ли еще какие-то. Я в красные сердца еще не дамажился. У меня шанс еще не сброшен. Кажется, сделка у меня не сохранится нифига. Видите, это мои слезы такое делают? А он делает... Он делает врагов магнитными, что? А, он притягивает... Блин, прикольная штука. То есть обычных врагов при попадании он делает магнитными? Да чтоб вас! Он слишком имбовый. Он, блин, со всех сторон просто. Окей. Есть что ролить? Нету ничего ролить. Я возьму это.
Что это? Я хочу знать, что это. Вот эта штука, по-моему, на пробел камни кидает, да? А вот это вот... Ключ какой-то. Ладно, я лучше расходников куплю. Я не буду рисковать так. Да-да-да, в спойлерах было такое на сайте. Что-то 0.5 дамага получилось, сразу же слезы такие огромные стали. Логика, нету ее. Шлюху не надо было покупать все-таки. Твою ж мать, серьезно? Второй его бросаешь, он использует ключи. И как бомба работает. Окей, ключ как бомба. Принимается. Так, пока я не сбил еще сделку, шли зайдем в магазин и к боссу. Ах ты ж. Стоило ожидать. Ну неужели у меня хоть какой-то дамаг? Не будем ролить пока. Погнали. Так, это хороший босс. Это очень хороший босс. Лучший из из боссов. Фак. Мне еще два сердца надо отдать. Фак. Мне же еще два сердца надо отдать. Ух ты. Ух ты. Ладно, нормально. Нормально. Нормально, нормально. Пошли скидку за рулем. Теперь я шлюха, теперь у меня много дамага. Теперь я могу два активных айтема оттаскать. Ладно. ГГ? Нет, это не ГГ. А теперь вопрос, как же их открывать-то? Как же их нажимать? Наверняка... Подождите. Наверняка на этаже есть подсказка, как же их нажимать. Наверняка. По-любому. Должна быть. Просто обязана быть. Но не может быть такого, чтобы... Надо было нажимать... No God. Должна быть комната подсказка. У них так глаза светятся прикольно.
за рулем. А, во, они зажмуренные, значит, это диагональные. Ах ты ж, нифига себе цепная реакция. Я не ожидал, что они друг друга тоже дамажат. Ладно. Ау. В какой же последовательности тыкать эти штуки? Нигде нет подсказок насчет этого. В секретной комнате? Но в какую сторону? С этой стороны или с этой стороны? Наверное, с этой, потому что здесь как бы ближе ко входу. Но может быть и с этой, потому что здесь ближе к выходу. Наверное, все-таки с этой стороны, да? Если нет, то наоборот попробуем потом. То есть вот так, да? Это начало, да? Или это начало? Нижний под секреткой? Что там? Чего тут нету? Камни маленькие. Количество камней у кнопок. Абсолютно одинаковое количество камней у кнопок. Маленькие камни. Какие маленькие камни? А, вот эти что ли, малюсенькие? Вот эти вот. Один, два. Окей. Они не соединились. Надо что-то еще. Ладно. Пошли в прокту и зайдем, потому что если там будут мобы, то я смогу заролить золотую комнату. Еще и контакт. Угу.
У меня и так максимальная скорость. Я вообще не видел этих камней. Блин, замудрили, ё-моё. Так, ладно. А чё у меня сделка не закрывается? О, закрылась. То это тоже взорвем. А вот хрен его знает, зачем они нужны. Какой-то секретный путь. В общем, только без спойлеров. Сейчас узнаем. Твою ж, как вас много-то? Вот эти вот, как бы махаются перед собой, да? А я тогда встретил каких-то таких, которые вот прям далеко-далеко бьют. Вот, которые меня убили. Вот, их надо остерегаться. Но я их не умею различать пока. Вот эти тоже жесткие пацаны. Не уничтожь костры, да, я помню. Так. Окей. У них в руках зонтик? Окей. Ни одного сердца. Офигеть. Да, это тринка полезна. Когда я подбираю монеты, у меня заряжается пробел. Нифига себе! Самонаводящийся. Да я не доживу, блин! Бомба, отлично. Охренеть. Фак. Ладно, желтая муха нам затащит. Главное самому не сдохнуть. Окей, бомбы. Злой хрен, спасибо за фоллоу, добро пожаловать. Да ты когда сдохнешь-то? Пипец, он толстый. Не понял, не понял! Это что за параша? Он сожрал его и превратил в скелета? Там еще один мечник был. Это была не лучшая идея открывать его. У меня там еще магазин с золотой комнатой. Редчайшее зрелище. Да-да-да. Все абсолютно верно. Че, тут ничего нету? Никакой комнаты с кострами здесь нет. Ладно, значит, она не в этой части просто. Костры? Где костры?
Где вы увидели комнату с кострами? Я ее не увидел. Скелет оседлал червя. Привет из Майнкрафта. Жесткие твари. Мечных камней действительно много. И не просто так. Такое ощущение, как будто из меня хотят выключить все бомбы. Пока что не будем кликать. Я шлюхой хочу быть. Оу, нормально. Пилюльки, на удивление, хорошие. Сейчас бы ключи просрать. Взять ли мне эту штуку или не взять ли мне эту штуку? Какашню. Да, я ее возьму. Мне кажется, она имба. Дэмэш. А костров-то нету! Костров-то нету! На следующем этаже, наверное. Этих этажей двое ведь. Два этажа. Костров нету. Костров нет. На втором этаже. Походу дела, да. Прикольный босс, на самом деле. Едрить. Странно, что он в меня не пытается этой штукой. Ё-моё! Да твою ж. Жесть. Окей. Окей. А за красные два сердца надо было сдать. Во. Окей. Ну этот забег прям имба-имбой. С самого начала. Как я и говорил. Иден нам сделает имбу. Иден нам всегда хорошо все. Что-то какие-то паучки пошли. Знаете, я проюзаю пилюльку. Для следующей сделки. Костры.
Ой, ножом костры затушить легко. BFF для говна. Я бы хотел. Это что такое? Teardrop charm. It feels lucky. Пофиг. Видимо, что-то со слезами делает. Это нога, я от нее не уйду уже, если туда пойду. Можно мне всех Дину? Нет. Печалька. Иголка какая-то. It hurts. Нет, оно не... Что оно не... Тихо. Все, все, тихо, тихо, все, все. Спокойно, я ничего не затушил. Все хорошо. Пока что ничего не затушил. Воу. И вот она зажглась. Вот она. Главное не просрать сейчас. Говно не затушит. Вроде оно не может тушить. А вот нож! Нож очень хорошо затушит. С ножом надо быть очень аккуратным. Это не жемчужина. А, нет, это жемчужина, просто она реально жемчужина, а не как у Эдмунда, квадратная какая-то. Опять эта штука, которая непонятно что делает. Так, давай сердце. Да, говно это танк. Так, ладно. А вон та комната с этими, с порталами. Мамин ключ. Кидаться казанами. Не работает. Не работает. Так, хорошо. Вот здесь 8 штук. Здесь. Я даже нарисую где-нибудь. Где у меня тетрадка есть?
Ну, порталы светятся, значит, их надо оставлять. Окей, все, нарисовал. Подождите. Лишнее нарисовал. Почему этот пробел-то не работает? Нельзя подбирать. Я не знаю, как он действует. Так, давайте все-таки жемчужину возьмем. Погодите. Кое-что важное есть в этой комнате. Георгий 2 и Тентемен, спасибо за фол, добро пожаловать. Принскрин. Ну, это надо будет еще искать эту картинку и так далее. Так, здесь должно быть 8. Здесь должно быть 5 в ряд. Здесь 3. Я закосячил. Я закосячил. Ничего не получилось. Вот этот костер не надо было тушить. Дропнуть икру. Ну. А я все порталы нарисовал. Просто я... Ладно, ладно, давайте умрем. Так уж и быть. А что это делает? Блин, у меня F7 не работает. Я сохранился в этом месте. Я вышел из игры в этом месте. И поэтому сохранение здесь, в этом месте. Руинит. Ну ничего, что, жалко что ли? В следующий раз посмотрим.
Не первая имба, не последняя. Ау. А что мне делает вот эту фигню? А, вот, наверное, иголка. Я пытался, да. Самое главное, я пытался. Я старался. Но я не смог. Это слишком сложно. О, красные какашки, смотрите. Стоп, они... Они расисты, что ли? Или они сами себя убивают? Или они сатомазохисты? Ладно, можно. По-моему, они своих убивают. Или мне кажется? Они сами себя убивают. Короче, у них время действия ограничено. У меня хп как-то мало. Зато дамага много. Чё, у меня самонаводящий нож? С чего бы это? Воу. Кто меня задевает? Я даже не вижу, что это делает. Как будто это я не знаю. Как я задамажился в этой комнате дважды, ё-моё. Я только сейчас понял. Полароид не работает. Полароид не работает. Лол. Да не работает браслет, абсолютно не работает. Сколько бы я ни кликал. От чего невозмутимость была? Я понятия не имею. У меня в этом забеге шарп лаг был? Нет, в предыдущем. Но после получения урона я сразу же получил второй урон. Сразу же. Oh.
Я пытался поднимать камни, у меня не получилось. Ау. Крип. Ну ладно. Давайте снова Иден. Может, на этот раз получится.